Всем привет! Я решил сразу начать следующую часть, чтобы посмотреть, как же игра за чужого выглядит. И поэтому нажимаем «Играть за чужого» и начинаем. Уровень, как обычно. Хотя я уже выбрал бы низкий, потому что, ну, это жесть. Так что, ладно, средний так средний. Не будем понижать планку, так сказать. Сейчас придется лазить по стенам. Включать зрение галимое. А как с хищником сражаться, это вообще печально, наверное, будет. Хотя андроиды тоже будут веселые. Не, ну во второй части было все просто, но тут я не знаю. По-моему, из них должны вылезти гады. Умоляю, кто-нибудь, спасите! Это последний. Начинаю извлечение особи. Где экземпляр номер 6? Тело полз. Уходим! Доктор Гроувс, взять живым. Он мне нужен. Пускайте боевых андроидов. С уточнением в программе. Номер 6. Я его хорошо помню. Мистер Вейланд почему-то считает его особенным. Посмотрим, так ли это. Начнем с самых простых реакций. Просто поворачивай голову в указанном направлении. Видишь? Он следит за моей рукой. Послушность. Очень хорошо. Следующий тест. Ох-ох-ох-ох, быстро чудо движемся. Прекрасно. Они но кого убить? Могут перемещаться по любой поверхности. Может, я теперь наконец-то узнаю, что такое кнопка третья, удерживая, окей. Как я и предполагал. Великолепно, шестая. Ты ведь и прыгать можешь, верно? Так, пускаем первого подопытного. Куда вы меня ведете? Почему вы молчите? Что происходит? Есть мой параграф 88-си вашего добрата. Экшон!
Ух, очень весело, на самом деле. Более-менее. Десантник — это вообще жесть была. Ну, я не знаю, что тут будет, так что... Друг мой, вы участвуете в очень важном хвостик. Эксперименте. Доктор Гроув? Ага. Бегай, давай, давай, давай. Я не хочу умирать. Похоже, он просто играет со своей жертвой. Да. Быстрая смерть. Агрессивность зашкалила уже. И никакого сожаления. Мистер Вейланд не зря обратил на тебя внимание. Кусочек мяса. Ладно, что делать дальше? Темные уголки сами оставляем рядом с освещенным. Интересно. Новая уловка? Потрясающе. Она знает, где нужно прятаться. Я едва вижу тебя, шестая. Если бы я не знал, что ты там. Мне нужен новый подопытный. Главное, чтобы деньги платить, да? Темно, хоть глаз выколет. Дайте фонарик. Что? Контракт. Совершенный организм. Не сравнится. Пустить следующего подопытного с оружием. Посмотрим, как ты справишься с этим, шестая. Как и всегда, быстро. Что тут происходит? Что случилось со светом? Осторожность. Явный признак разумности. Я где-то клапан сломался. Но как ты узнал об опасности? Так, и... Мистер Вейланд был прав. Замечательно. Думаю, на сегодня хватит. Выбраться живым. Что такое? Пытаемся сбежать. Еще бы мозг железов королевы. Подавай газ. Я не смог сбежать. Отлично, шестая. Великолепно. Впрочем, сбежать ты все равно не сможешь. Пожалуйста, не надо. Что происходит? Вейланд наконец-то добьется своего. Тревога. Авария в энергосистеме. Сохраняйте спокойствие. Извините. Проклятие. Ксеноморф. Гроупс, чертов болван.
печаль. Всем спецотрядам немедленно выйти на связь с постами. Боевая тревога. О, клюшечка, это удобно. Что это такое? Ломать это. Так, стоп, что-то появляется. Говорит спецотряд. Мы находимся рядом с Виварием. Ходим внутрь. Тревога! Эноморфы на свободе! Хотел сказать, не вышло. Активация аварийной блокировки. Знакомое место. Это доктор Гроувс. Произошел сбой системы безопасности Вивария. Прошу сохранять спокойствие и следовать протоколу. Уверяю вас, проблема будет устранена. Сзади можно бесшумно провести атаку, насколько я заметил. А поедание голов, наверное, восстанавливает здоровье. Черт. Как же это уничтожить? Это БЖ-386. Просим немедленного вооруженного вмешательства. В вентиляции зафиксировано появление ксеноморфов. Не вышло! Не знаю, найду ли я все 10, потому что я не подсчитываю, но... Так. Будет какое-нибудь движение? А, все, окей. Номер 6 сумел проникнуть в камеру королевы. Спецотряды. Не такой уж ты умный. Черт, патроны! Ни черта не вижу. Ah!
Отличненько. А вот и она. Все это место я помню. Как-то я не хотел залезать, она сама залезла. Так, отсюда мы пришли. Просто не хочу пропустить эти баночки. Но пока я их не вижу, так что кнопка. Ну что ж, немножко прошли кампании за Чужого, точнее 6%, и продолжим в следующей части. Всем спасибо за просмотр, увидимся.